Всем привет! Вы смотрите четвертую часть по сборке корпуса с отделкой, с декоративной отделкой корпуса. Пока еще проблемы отделывать его нечем, нет кромки сюда на обклейку. Вот, решил пока поставить звуковые и силовые трансформаторы. Ставить я буду от третьего класса такие вот. Вот в одном я уже сделал крепление, засверлил его. Вот, и во втором они пока в оригинальном виде. Вот сейчас я их буду сверлить и устанавливать в корпус. Корпус крепится на левых шурупах. Вот так они выкручиваются. Корпус разбирается. Собирается практически за 2 минуты. Вот. Ковушка снята. Вот она. Значит, здесь будут установлены на каждой боковушке по 2 трансформатора.